туда, тоже по-своему приближали к победе. Новый лик и дочка Ламы. Вот сегодня Чупечка сают частными лунами Кришналинка Пухачка. Расскажи еще. Дед Мороз. Дед Мороз. Ти подарки нос, а на ней фонарики, золотые шарики, фитцы и слабушки, яные игрушки. Все. Молодец, умничка. А какой праздник у нас будет? Мам, покажи. Сейчас покажу. Отойди вот туда, расскажи. Ты ходил на елочку? Да. Все. И что ты там бачив? Я ходил. Она горелась. Горелась? Да. Красивая? Да. Какая она? Не знаю. Владик, а тебя в садике обижают? Да. Кто обижает? Гриша. А что он делает? Обижает. Как он обижает тебя? Вот так кулаком. И упал Гриша. Разбился. Да. Вон бабу делает. Кому? И вон... Угу. А еще кто обижает? Маша. Какая? Вот это Гриша. Маша? Куда ты лезешь? Да туда, на велосипед. Там не могу лезть. А кто тебе велосипед подарил? Ода. И Ярик, да? Да, и Ярик подарил. А что, ты не можешь ехать? Нет. Ух ты, а что это? Это нажималка. Что-что? Нажималка. Нажималка? Давай, толкай ножки. Ух ты, едет Владик. Ой. На голове, да? Покажи. Сейчас покажу. А ты покажи, где у Стасика Вава. Покажи, где. Вот. У Лёбку. Лёбок. На льду, на лобике? Лёбок. Пожалей Стасика, пожалей. Не надо обижать меня. Я говорю, сниматься. Мам, покажи. Сейчас, покажи, хорошо, покажи, я покажу. Покажи. На, смотри. Хороший ты мальчик? Скажи, я? Как ты говоришь? А еще надо... Покажи! Сейчас покажу. Yeah.
Подивіться на зайчат, довгі вушка в них стирчать.
гарненькі, які ви всі маленькі. А ви на дідуся чекали? Ой, так люблю гратися з такими маленькими діточками, з такими зайченнями. А ви хочете погратися? З такими маленькими діточками. Іди, подивися. Ой, гарно, гарно.
святом вітати. І сніг. Скажіть, до побачення. До побачення, Надя. Чекайте на нас, тобто рік нас. А ну розкажи стишок, кладусь. Громко. Мамі, у ті вулицю підрахцяю, та не мимо. Мамі, скрізла лінька пухатка. Молодець. Розкажи. Дід Мороз. Молодці подаль і вікос. А на ній фанатик задатили самі. Молодец, умничка. А кто к тебе приходил сегодня в садике? Дед Мороз. А что он тебе принес? Игрушки. Какие? Вот это и шоколадки, вот это и басили. Угу. Домой идем? Не идем. А куда идем? Туда. Бум! Вставай, вставай, не бойся. Мама, подержи. Расскажи маме, куда ты едешь? М? Куда, малыш? Трактор? Да, трактор. А что він робит? Поднимайся. А где твои саночки? Стоит. Пойдем заберем саночки. Пойдем. Там рыжик живет, не ходи туда. Иди к елочке, сынок. Иди возле елочки, потанцуй. Танцуй, сынок. Возле елочки потанцуй.
влаги. Давай, красиво-красиво рассказывай стишок. Ух ты! Класс! Владик, ну Владушка, рассказывай. Расскажи стишок. Набрызгал. Давай, включай сердечко и рассказывай громко стишок. Давай. А расскажи еще. Дед Мороз. А ну повернись и расскажи про елочку. Расскажи. Дед Мороз. Давай. Там еще. Он сейчас подарит подарки. Только расскажи, дед. На, мама, снимай, мы будем подарки дарить. Дед Мороз. Дед подарки принес, а на них фонарики, золотые шарики, эти и снабушки, а не игрушки. Молодец! Умничка, молодец. Все, теперь погодим тебя. Давай, доставай. Что это, Вадик? Подарок. Да ты что? Вот тут открывай, вот. Подожди. А ну-ка, ну-ка. Вот так. Сейчас. А что это? Это робот. А вот робот. Боже мой. Поворачивай. Сейчас Оля включит тут, а ты будешь на пульту включать его. Нажимай на кнопочки. А куда? Нажимай, на любую. Нажимай. Вот эту, да. Нажимай. А куда? Вот тут еще вот. Ух ты! А вот на вот эту кнопочку, на вот эту, он будет танцевать, смотри. Так, сейчас он пока приветствует, сейчас он станцует нам. О, танцует. Ты им управляешь. Да, он танцует. Все, а теперь давай, пускай он походит у нас, жми. Он пошел. Иди. Ой. Ему тяжело на такой поверхности. А хочешь, он будет стрелять? Ага. Смотри, мы сейчас повернем вот так голову. Нажмем на ключик. Мама, не лягайся, он туда будет стрелять. Он улягнет. Бабах, сейчас будет стрелять. Где? И стрельну. Маму стрельнули. Теперь давай в Ярик. А чего ты, сынок? Беги скорее к Дедушке Морозу. Скорей. Иди скажи привет, Дед Мороз. Привет. Как тебя зовут? Скажи, дедушке, как тебя зовут? Ну как тебя зовут? Что, скажи. Знаешь, как тебя зовут? Ну хорошо. Давай. Заходи, Дедушка Мороз, заходи. Скажи, посмотри, у меня елочка такая красивая, да? Да. Ты расскажешь Дедушке Морозу стишок? Да. Ну рассказывай. Рассказывай. Да. Ну почему? Вот. Покажи, зайчик. А что это у тебя в руках, зайка? Это снег у меня. А где ты взял? Кто тебе подарил? Привет, Санта. Привет. Привет. Что делаешь? Давлю, скажи. Папа. Папа. Привет. Мы сели провожать старый 2007 год. Стасик уже упал, он уже напился. Так, пора, короче. Давайте. И хотим встретить 2008 год. Год мышки. Зайка, привет. Зачем ты мышку потушил?
покажи лапу. Что ты как... сделал? Смотри, горячий, Владик. Владик, Владушка. Владик, что ты делаешь? Скажи, мышь, что ты шутишь. Ой, ну. Ой. Зайка, ты стишок нам расскажешь? Ну, расскажи. Ничего не чубочка, сажу черными узнами, лишь на линке похотка. Молодец. Расскажи еще. Дед Мороз. Дед Мороз, три подарки, пинок, а на них фонарики, надо три шарики. Шарики. Ёлочки. Свечи. Расскажи. Вот, а ну покажи нам свою елочку, покажи. Что Дед там у тебя? Мороз, елочку принес, она не фонарики, когда ты садики.